Всем привет, на канале Мосолимп. Сегодня в работе автомобиль Nissan Almera. Автомобиль уже разобрали, подготовили поверхность проклейки, все обезжирили. Вот разобранный багажник, голое крыло, ни одного кусочка вибра, голые арки, как снутри, так и со стороны салона. То же самое по этой стороне и по этому крылу. Минимум виброизоляции. Разобрали двери на автомобиле. То же самое, ни одного кусочка вибра в дверях нет. Двери достаточно шумные. Ну и вообще автомобиль требует дополнительной шумоизоляции. Разобрали салон. В салоне еще, скажем так, более-менее присутствует вибра. Но тем не менее не хватает шумоизоляции. Приступаем к работе. Разобрали также крышу на автомобиле. Металл. Один металл, ни одного кусочка вибра. То есть, представляете, какая крыша идет вибрация по всему салону. Будем все исправлять.